Здрасте, я ваша тетя. Делала я мыло из вот этого набора. Но почему-то первая часть основы потемнела, вторая часть основы как надо слегла. Там вот должны быть бабочки. Ну, их, если присмотреться, наверное, видно. Для большего счастья у меня еще и формочка треснула. Не покоробилась. Не знаю, может, они думают, что плавится основа мыльная так до состояния чуть холодной. Не знаю, на что это вообще было рассчитано. Потому что, допустим, вот у меня есть формочка, она вполне нормально реагирует на горячую основу. Плюс, ну, я добавила сюда красителя вообще. И, может, тут, конечно, не очень видно, но она несколько отпрыснула, эта основа, которая как бы белая. Вот такой странный ужас. Плюс у меня еще, соответственно, она перелилась. Если это было рассчитано на полных два кусочка основы, не знаю, сколько тут грамм было, то почему оно перелилось? Стояло оно потом в морозилке, и, соответственно, весь этот белый слой, который у меня, в принципе, желтый, он сюда даже не влился. Вот такое странное недомыло вышло.